Свой взгляд на Новосибирск представили 9 художников. Тихие улицы и шумные магистрали, достопримечательности и малоизвестные здания. Анастасия Горелова заглянула в галерею «Частная коллекция» и увидела, в каких красках изобразили родной город новосибирские мастера. У галереи стояла задача показать зрителю, гостям города Новосибирска, что новосибирские художники любят свой город. Потому что было замечено некоторыми из зрителей, что слишком мало в городе городских пейзажей. И здесь мы попытались собрать то количество авторов, к которым мы обратились, да, чтобы они показали разнообразие своей палитры, техник. Валерий Ушков, он работает мастихином, у него крупные пастозные мазки, они более экспрессивны, выразительны. Когда подходишь вблизи, может быть, это даже немножечко путает зрителя, потому что здесь некий намек такой, да, как бы некая, но очень глубокая передача состояния. Татьяна Керимова здесь совершенно другие задачи ставит автор перед собой, совершенно другие приоритеты. Линия, геометрия, такая вот определенная индустриальная гармония. Я вообще пишу маслом. То есть это как бы моя излюбленная техника. Я считаю, в масле очень много возможностей. То есть им можно писать и достаточно акварельно, вот, и как бы пастозно. Работа создавалась на самом деле к выставке, посвященной, значит, столетию революции, потому что здесь преобладают, видите, как видите, красные цвета, потому что это был 2017 год. Но в основном, конечно, ориентированы на какой-то старый Новосибирск, уходящий Новосибирск, на новые районы. Они еще такие не обросли какой-то своей историей, они еще такие лощеные, и они как-то не очень вдохновляют на вот именно живопись такую классическую. При входе в галерею работа художника Александра Жукова сразу бросается в глаза. Она одна из самых ярких. Полуабстрактная картина, написанная маслом. У автора Новосибирск ассоциируется с движением, с дорогами. Вот, например, мы видим машину, фонарь, дорожные знаки. Его работы не зря называют бархатными, ведь весь сюжет словно в 3D-формате. Вот даже сбоку можно обратить внимание, что сама картина не гладкая, а фактурная. Нам хотелось, чтобы жители и гости нашего города могли увидеть город в разных его образах. Каждый, чтобы увидел что-то для себя свое. Выставка-продажа у нас продлится до 10 июля. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.